Дорогие друзья, сегодня мы прочитаем с вами сказку «Хрустальная гора». В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У царя было 3 сына. Вот дети и говорят ему: «Милостивый государь-батюшка, благослови нас, мы на охоту поедем». Отец благословил, и они поехали в разные стороны. Младший сын ездил и запутался. Выезжает на поляну. На поляне лежит палая лошадь. Около этой падали собралось много всяких зверей, птиц и гадов. Поднялся сокол, прилетел к царевичу, сел ему на плечо и говорит: «Иван-царевич, раздели нам эту лошадь. Лежит она здесь 33 года, а мы все спорим, а как поделить, не придумаем». Царевич слез со своего доброго коня и разделил падаль. Зверям кости, птицам мясо, кожа гадам, а голова муравьям. «Спасибо, Иван-царевич», — сказал сокол. «За эту услугу можешь ты обращаться ясным соколом и муравьем всякий раз, как захочешь». Иван-царевич ударился о сыру землю, сделался ясным соколом и полетел в 30-е государство. А того государства больше, чем наполовину, втянуло в хрустальную гору. Прилетел прямо во дворец, обратился добрым молодцем и спрашивает придворную стражу: «Не возьмет ли ваш государь меня на службу к себе?» «Отчего не взять такого молодца?» Вот он поступил к тому царю на службу. И живет у него неделю, другую и третью. Стала просить царевна: «Государь мой батюшка, позволь мне с Иваном-царевичем на Хрустальной горе погулять». Царь позволил. Сели они на добрых коней и поехали. Подъезжают к Хрустальной горе. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочила золотая коза. Царевич погнал за ней, скакал. Козы не добыл, а воротился назад, и царевны нету. Что делать? Как к царю на глаза показаться? Нарядился он таким древним старичком, что и признать нельзя. Пришел во дворец и говорит царю: «Ваше Величество, найми меня стадо пасти». «Хорошо, будь пастухом. Коли прилетит змей о 3 головах, дай ему 3 коровы. Коли о 6 головах, дай 6 коров. А коли о 12 головах, то отсчитывай 12 коров. Иван-царевич погнал стадо по горам, по долам. Вдруг летит с озера змей о 3 головах. «Эх, Иван-царевич, за какое ты дело взялся? Где бы сражаться добру молодцу, а он стадо пасет. Ну-ка, — говорит, — отгони мне 3 коров. «Не жирно ли будет? — отвечает царевич. — Я сам в суточке ем по 1 уточке. А ты 3 коров захотел? Нет тебе ни одной». Змей осерчал и вместо 3 захватил 6 коров. Иван-царевич тотчас обернулся ясным соколом, снял у змея 3 головы и погнал стадо домой. «Что, дедушка? — спрашивает царь. — Прилетал ли 3-головый змей? Дал ли ему 3 коров? «Нет, ваше величество, ни одной не дал». На другой день гонит царевич стадо по горам, по долам, прилетает с озера змей о 6 головах и требует 6 коров. «Ах ты, чудо-юдо обжорливое! Я сам в суточке ем по 1 уточке, а ты чего захотел? Не дам тебе ни единой». Змей осерчал, вместо 6 захватил 12 коров. А царевич обратился ясным соколом, бросился на змея и снял у него 6 голов. Пригнал домой стадо, царь спрашивает: «Что, дедушка, прилетал ли 6-головый змей? Много ли мое стадо поубавилось?» «Прилетать-то прилетал, но ничего не взял». Поздним вечером обратился Иван-царевич в муравья и сквозь малую трещинку заполз в Хрустальную гору. Смотрит, в Хрустальной горе сидит царевна.
«Здравствуй», — говорит Иван-царевич. «Как ты сюда попала?» «Меня змей унес о 12 головах. Живет он на батюшкином озере. В том змее сундук таится. В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яичко, в яичке семечко. Коли ты убьешь его да достанешь это семечко, в те поры можно хрустальную гору извести и меня избавить». Иван-царевич вылез из той горы, снарядился пастухом и погнал стадо. Вдруг прилетает змей о 12 головах. «Эх, Иван-царевич, не за то ты дело взялся, чем бы тебе добру молодцу сражаться, а ты стадо пасешь. Ну-ка, отсчитай мне 12 коров. Жирно будет. Я сам в суточке ем по одной уточке, а ты что захотел?» Начали они сражаться. И долго ли, коротко ли сражались, Иван-царевич победил змея о 12 головах, разрезал его туловище и на правой стороне нашел сундук. В сундуке заяц, в зайце утка, в утке яйцо, в яйце семечко. Взял он семечко, зажег и поднес к хрустальной горе. Гора растаяла. Иван-царевич вывел оттуда царевну и привез ее к отцу. Отец возрадовался и говорит царевичу: «Будь моим зятем». Тут их и обвенчали.